Подвески «Алтын» и «Күміс алқа», благодарственные письма и почетные грамоты в преддверии Международного женского дня получили и жительницы Северного Казахстана. Аким области ГАУС Нурмухамбетов поздравил представительниц прекрасной половины региона с главным женским праздником в году. Анастасия Драняк продолжит. Красивые и улыбающиеся. С приходом весны расцвели и североказахстанские женщины. Сегодня накануне одного из любимых ими праздников. Они собрались в зале Казахского музыкально-драматического театра. А со сцены звучат слова признательности и поздравления от главного мужчины региона – Гауэза Нурмухамбетова. Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Особое значение имеет народная мудрость. Отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию. Благородные качества совершенного человека, о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение, благодаря нашим матерям, отмечает президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы в доме и о детях, быть для них нравственным примером. Сегодня женщины региона достигли высоких результатов во всех сферах – образовании, медицине, правосудии, правопорядке, бизнесе и многих других. Но кроме успешной карьеры, они успевают быть хорошими женами и матерями, при этом иногда воспитывая сразу несколько детей. Яркий тому пример – многодетная мать Жанбота Райхан из Айыртауского района. В преддверии праздника ей вручили подвеску «Алтын алқа». Работаю в Лабанской средней школе учителем химии, биологии, географии. Мне очень нравится своя работа. Также мы воспитываем с супругой семерых детей. Тоже учится в школе. Полтора годика мне. Старшим 16. Также в этот день почетными грамотами и благодарственными письмами отметили Североказахстана, которые трудятся на благо развития региона. Среди них педагоги, спортсмены, заводчане, госслужащие, полицейские, актеры, спасатели, военнослужащие и многие другие. Ярким завершением праздничного собрания стал концерт с участием творческих коллективов областного центра и столицы. Анастасия Драняк, Евгений Мутель, Астана Таймс, Североказахстанская область.